Итак, мы с девочками с города Марду. Они у нас находятся в лагере Дина, да, в поселке Вока. И возьмем небольшое интервью у них. Пожалуйста, представьтесь, как кого зовут? Мария Алексеевна. Ангелина Свешникова. Адриана Петерсон. Вы играете в футбол, да? Да. То есть молодцы. У вас команда в Марду, да? Да. А кто ваш тренер? Сан Саныч. Александр Удалов тогда, да? Вот. Нравится с ним? Да. Но он любит футбол. Вообще хороший, замечательный человек. А как вы оказались в лагере-то тут? Я уже второй год сюда. Решила сама поехать. Мне тут понравилось, потому что в прошлом году. Меня просто сначала тренер позвал, а потом меня родители спрашивали, хочу или нет, но и для пользы я поехала. Ну, я узнала, что девочки едут тоже, но я и тоже захотела поехать в лагерь с ними. Угу. Ну, вообще в лагере нравится тут? Да. Как тренировки? Тут три тренировки, наверное, самая тяжелая какая? Нет. Нету тяжелых. Нету? Нормально. С утра бежать, наверное, тяжело? Нет, все хорошо. В общем, вам понравилось, да, девчонки? Да. Еще поедете? Да. А подружек возьмете с собой? Не знаем. Не знаем, поедут или нет. Ну, познакомились тут с ребятами, потому что тут с разных городов у нас. Селомяя, Снарвы, Сыхви, Сталина. Познакомились с ребятами? Да. Не обижает никто вас? Нет. Ладно, благодарим вам за интервью большое. Ну, надеемся, что мы еще увидимся. Спасибо, девочки. Спасибо.